Всех приветствую, дорогие друзья, на этом уже новом канале. Наконец-то я смогу ответить на ваши главные вопросы, а именно, куда делись братаны и почему произошло завершение всех историй. Это произошло потому, что я решил сделать новый крутой масштабный проект, который я буду выпускать в дальнейшем на этом канале. Что касается Макара, он также будет продолжать появляться на этом канале, но его жизнь, его движение вы сможете отдельно увидеть на его YouTube-канале, ссылку на который оставлю в описании. Многие помнят, кому принадлежал тот дом, в котором мы сейчас обитаем. Я имею в виду тот большой дом, который самый большой. Кто не знает, дом принадлежал криминальному авторитету, с которым мы смогли разобраться при помощи специальных служб. Пошли за мной.